В Тюменской области в полтора раза увеличили размеры выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Мор. Так, единовременная выплата выросла с 10 до 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества до 75 тысяч, при полной до 150 тысяч рублей на человека. Кроме этого, единовременное пособие членам семей погибшего в результате ЧС составит 1,5 миллиона рублей, получившим тяжкие или средней тяжести вред здоровью 600 тысяч на человека, за легкий вред здоровью заплатит 300 тысяч. Жителям области, пострадавшим в этом году от паводка, доплаты будут произведены автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.